Ой, ничего не вижу. Я так знала, что сюда будет. Здравствуйте. Потом я с Ольгой поздоровалась. Я ж бегом, чтобы нажать хоть что-то. Ой. Я так и знала, что пятницу будет менять. Пенек надо тоже. Там окна все запотели. А, вот внизу вижу. Конечно, здесь плохо все равно снимать. Объектив-то. Издалека тут не очень станешь. Да. А тут вот детей не стала брать. Ага. Вот так. Возмущаешься, что ты? Здрасте. Ольга зашла, сейчас кормить. Так мы видели, она тут бросила эти хлеб. Хлеб один бросил здесь. Ну вот пеньков нету, плохо. А. Ну они сюда привели его, сейчас помыть тут басы. Ну-ка вы его думаете сейчас. Блин, там... когда вот это отходит, вот это? Ну это когда солнце выйдет, тогда только отойдет все это. А так вот стекла какие запотевшие. Это солнышко, когда все это. Если к вечеру дадут воду. Сейчас Оля кормить будет. Ага. Ну, я-то не вижу так вот. Навожу что-то. Хорошо, солнце не отсвечивает, видно. Это хлеб ест. Ну. Ага. Иди бегом, говорит. Охранник говорит, иди бегом. Все урвала. Это хорошо, солнце не отсвечивает, хоть что-то я вижу в окошечко в это. Так. Давайте, а вы фото делаете, что вы? Да я сверху достану. Да ну вам неудобно будет. Не, нормально. А? Да я снимал. Они прыгали с этого. А. Да, ну пока снимается у меня. Пока ничего. Когда вот именно через день хожу, сейчас фото там, а я ж настреляла-то вот так, когда он сделал мне настройки. Там столько. У меня тоже 1500. Я еще за 11 не сделала. За 13 у меня 3 папки. У меня все карты, 3 карты было. Настреляла и видео еще не... Там ужас. За 11 еще видео не сделано. Видео же долго обрабатывается. Я вижу сразу. Нет, я где-то вырезаю, смотрю, где-то мутно у меня бывает, да? Да. А в тот раз у меня же это... Программе, да? Ну, у меня киностудия. Я там их соединяю несколько. Тогда проще. Бывает на Ютубе быстро грузится, а бывает долго. Ой, один раз я ждала 2 часа, чуть с ума не сошла. Вечером видно загрузка это. О, рыбешку схватила. Ну вот мне пенечек охранник принес, спасибо ему. Я хоть... Ну сейчас тут мокро. Вот это все мокрое, вот это. Ой. Придется ветровку стирать. Выходные сейчас всю грязь вытру. Вот она. И хлебушек подъедает, а эти рыбку подъедают. Покушали. У них бассейн сегодня моет. Я так и знала, конечно, что пятница у меня. Ну а что? Через день. Там фейки бросили. Главное, приказ. Написано приказ. С 12 с этого. 25 сентября по 30 октября будут бесплатно пускать. И приказ, как будто Андрей Шилов подписал, а подпись не его.
У меня же эти дипломы лежат, когда в конкурсе участвовала, фотоконкурсе. И там его подпись. Совсем не то. А это мне охранник принес, здрасте. И я потом Насте Диме бросила. Не дремлют эти самые шпионы. Насте бросаю уже в 10 часов. Говорю, ну вот так. Она говорит, ой, мне тоже столько присылали. Я говорю, вы узнаете, кто это, что это. Только мы с ней поговорили, она позвонила мне по телефону. Я еще думала, может, она кнопочкой ошиблась. Нет, позвонила. И потом еще одной женщине прислали с общества инвалидов. Она, если что, мне скрины бросает. Я бросила совсем по-другому. Ну, тоже подпись его, но это не Андрей подпись, никак. Ну и все, и на утро, она говорит, мы уже сами разбираемся, уже не знаем, что это такое. Ну, на самом деле, с какого, 25-го или 25-го? С 25-го. Ну, потому что с понедельника, я так и думала, что посмотрела по календарю, с понедельника они всегда делают. И на следующий день они выпустили статью. Я говорю, она спрашивает, откуда у меня появилась? Я говорю, за ордынки прислали моей подруге, мне подруга прислала. Вон яичко зеленое. И вот такие вот фейки, вот кто это распространяет, и там кусочек это, клавиатуры, главное, видно на одном, который мне первый прислали, а на другом уже ничего не видно. Просто с 25-го по 30-й. Тогда им пришлось пораньше выпустить статью.